Это переднее левое крыло на Audi A4. Такое вот переднее левое крыло у меня есть в наличии на Audi A4. Кузов B5. Хорошо. Так вот, переднее левое крыло у нас есть в наличии. Сейчас общим планом более детально покажу, после чего внутреннюю обратную сторону буду показывать. Так, ну еще раз давайте пройдемся по лицевой стороне, посмотрим. Обратную сторону посмотрим. Надо первое на что обратить внимание. Так, давайте сюда сперва посмотрим. Ну и на арки посмотрим. В каком состоянии арки этого крыла. Ну, в общем, в таком вот состоянии данное левое крыло на Audi A4 в кузове B5.